Кто, по вашему мнению, сегодня правит страной? Израиль и США. ЦРУ и Моссад. Они сформировали правительство. Гор прямо просил год назад, когда Ельцин Чубайса убрал в январе 96 года, что вернуть. И Ельцин обещал вернуть до наиболее высокую должность. Немцов — это ставник Израиля. То есть я ничего не имею против этих стран. Ради бога, они имеют право это делать. Но я отвечаю на вопрос. Они руководят сегодня страной. Поэтому почему отчуждение к демократам и тяга к коммунистам? Они то же самое делали, но они были свои. Пусть все решала Старая площадь, идеологический отдел, но это были свои. Пусть негодяи, но они хоть что-то делали для России. А когда все в руках иностранного государства, естественно, это иностранное государство вправе и должно делать все в своих интересах.